Приветствую всех! Вы на канале Русский Тяжеловоз. У нас идет кормозаготовка. Сено в этом году более-менее наросло. А вот экспериментальный участок оказался вообще никуда не годный. Засуха. Земля вон растрескалась. В земле трещины. Вот это мы вот так вот здесь сено скирдуем и оставляем, никуда его не вывозим, ничего не делаем. Лошади прям зимой здесь его съедят. И все. За все лето ни одного дождя так и не было. Были такие очень слабенькие, там 3 капли упадет. Так жара в основном. Первая декада августа уже желтые листья появляются. Да я иду сейчас показать вам тот самый участок, который мы ранее весной разработали и чуть позже, через месяц, засадили зерносмесью семена кострица. Такая у нас волокуша. Комбайна от старого, жатка, основание жатки, комбайн СК-4. Захват 4 метра. И вот что тут выросло. Очень такая картина невеселая. Почти ничего не выросло, можно сказать. Сейчас уже понятно, что тут будет около 3-5 центнеров с гектара. Но здесь еще участок, здесь вообще не положено сеять. Здесь оно, ну, солонец, в общем. Земля слабая, плодородие вообще. Ничего не вырастает. Но нам пришлось разработать этот участок, потому что березой начало все зарастать. Если этого было не сделать, через некоторое время тут бы лес уже стоял. Вот здесь вот место погуще. Ну, есть вроде овес. Овес, ячмень. А вот кострица что-то толком не видно. Что-то не видать его. Семян было мало, около 40 килограмм всего было, то есть это 4 килограмма на гектар, это очень мало. Ну, где-то есть, наверное, все равно попадает. Вот он, наверное, может он, может нет. А вот, вот есть кострец, вот он, молоденький. Но первый год он так, то мы здесь не будем трогать его. И думаю, на следующий год он размножится. И на третий год уже будет урожай хороший, укос. А с этим урожаем, ну не знаю, такие мысли есть. Просто волок его завалить и оставить лошадям на осень. Они никуда бегать не будут, будут на одном месте стоять, держаться будут здесь. Ну, как раз им хватит здесь недели на 2-3 вот этого вот сезона, когда они бегают. Все, у нас сегодня последний день сенокоса.
завершаем. Сейчас вот столкаем, заскирдуем и все. Будем приступать к ремонту комбайна. Проверим все там. Так, ладно. Все, спасибо за внимание. Всем пока.